мы выявили, что здесь засел урод Рафальский, который был основоположником диктаторского кровавого режима Януковича. То есть оказалось, что эта гадина, которая убивала людей, там Небесную сотню, сидит здесь себе отлично в центре, на Печерских пагорбах, наслаждается жизнью, получает себе зарплату налогоплательщика Украины. Вот сейчас, пользуясь, видно, сотрудники вышли посмотреть. Не стыдно ли вам, что у вас такой руководитель? Не стыдно? Ну вот и живите во мне. И вам позор, вам и на всю жизнь, и вашим детям, за то, что вы терпите. Что тут преступник, коррупционер, убийца заседает. Что тут, оказывается, дали ему теплое местечко, этому Рафальскому. Чтобы он тут отсиделся в надежде, что туда придет Путин со своими войсками. И опять будет работать какой-то администрация президента. Не будет этого. Знаете, что у вас директор Рафальский? Ну, честно, я здесь недавно в этом офисе работаю, поэтому лично с ним не знакома. Могу зайти к нему, в кабинет. Что акция происходит. Акция? Да. Не-не, а расскажите, не знаете, кто я такой Я не знаю, его не видела, только спросила, в каком он кабинете сидит сейчас. А слышали что-то вообще о нем? Нет, вообще ничего не слышали. Вот вы уже рассказывали. Но вы не знаете его пиара? Ну почему через прокуратуру это нельзя сделать? Еще как-то каким-то так другим... В смысле прокуратура? Прокуратура должна митинги сюда приезжать. Не, понятное дело, что она не приехала. Она может только приехать забрать вас отсюда. Да?